товарищ полковник, да, это не люди из других городов! И да, тут их всех, молчать! Женщин, потом детей! Объясню. Все потом. Отец, что там по железной дороге впереди? Да 101 километр, дорога в норме! Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики. Артем с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя. А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не отношения мне не имеют. Я нихера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артем, Аня, это же наши. Своих не бросает. Если не верю, то кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперед!